Мы готовы продолжить. Во втором отделении вы услышите вновь Гарри Агаджаняна. Но это будет другой Гарри Агаджанян, поскольку второе отделение нашего концерта вобрало в себя и советскую эстрадную классику в ее лучших образцах, зарубежные шлягеры и, конечно, музыку армянских композиторов. Именно с этой классики мы начнем. Вторую часть открывает песня знаменитого композитора, которому совсем недавно, 21 января 2011 года, могло бы исполниться 90 лет. Арно Арутюнович Бабаджанян, действительно признанный классик. Это был удивительный музыкант, который поражал поклонников, друзей тем, что он был великолепным пианистом. Он, кстати, закончил Московскую консерваторию по классу Константина Игумнова и всегда поражал своими оригинальными интерпретациями фортепианной классики. Это был блестящий композитор, за спиной которого была Ереванская консерватория, которую он закончил как композитор. И он работал во всех академических жанрах. У него есть и симфоническая, и фортепианная музыка, камерные ансамбли. Но, наверное, все-таки наибольшую известность ему принесли его чудесные песни, в которых раскрывал его лирическое дарование, его душа романтика и удивительный талант сочинять красивые, сразу мгновенно запоминающиеся мелодии. Вот с этих песен мы и начнем нашу вторую часть. Арно Бабаджанян на стихи Андрея Вознесенского «Верни мне музыку». Гарри Агаджанян! Oh,
на инструментальном камне, который поделился Гарри. У меня с российского конкурса Анатолий Смещев, бас-гитара. У меня приглашенный с Гагана фестиваля Евгений Ханчин, ударный. И лауреат всех возможных и невозможных фестивалей, музыкант, игравший с самим Рэем Чарльзом, джазовый пианист Рафил Минеев. И еще одна песня Арнольда Баджаняна на слова Роберта Рождественского «Ноктюрн». Я приду на помощь, только позвони.
Ивановский, Роберт Рождественский в ряду соавторов и единомышленников Арно Бабаджаняна и имя Евгения Евтушенко. На его слова написано знаменитое «Чёртово колесо». Еще один
один удивительный творческий дуэт и их песня на все времена. Александра Пахмутова, стихи Николая Добронравова, «Мелодия».
первом отделении уже звучали оперные арии, и сейчас еще одна, но несколько иного рода. Гарри придется перевоплотиться в негритянку Клару, укачивающую ребенка и поющую свою удивительную нежную колыбельную. Хотя при чем тут Клара? Эта тема давно стала классикой джаза. Гершвин, «Summertime». Better
попробуем добавить латино в этот негритянский джазовый коктейль, и прозвучит самая известная босса-нова от создателя жанра. Антонио Карлос Жобим, «Девушка из Ипанемы». Одна классическая тема. Коул Портер. «День и ночь». Of you, not.
Латина, звучание которого мы попытаемся украсить новым тембром и разбавить этот мужской квартет присутствием очаровательной артистки Надежда Тимофеева. Антонио Карлос Жобин, самба одной ноты. Никогда я из души не поднимаю.
Дарья Агаджанян и Надежда Тимофеева. Завершит джазовую часть нашего вечера, но это не финал концерта, еще одна популярная композиция. Ричард Роджерс, «Голубая луна». To love of my own. Blue moon, you know just what I was there for. You heard me saying a prayer, sour and nearly could you can. And suddenly it happened for me, the only one I will ever hold. Концерта Гари Агаджаняна, настоящего армянина, который уважает свой народ, свою Армению, чтит ее национальные традиции, он просто не мог быть иным. Арно Бабаджанян и Константин Арбелян, песни на армянском языке, признание в любви Еревану. Все это ждет нас прямо сейчас. Константин Арбелян, любовь не стареет никогда.
Золотое танго.
Слушатели в этом зале. Арно Бабаджанян. Мой Ереван. Oh, yeah.
благодарим вас за то, что этот вечер провели с нами. Для вас пели и играли Анатолий Свищев, бас-гитара. Евгений Санчин, ударная. Рахил Минеев, фортепиано. Надежда Тимофеева, аккордеон. И Дарья Агаджанян.